Бремерхафен. Пробудись, Бремерхафен. Как долго ты еще будешь спать? Ты город у реки Везер. Ты уснул. Пробудись, наконец, Бремерхафен. Пробудись от твоего сна. И признай. Признай твою вину. И признай твои грехи. Пробудись. Пробудись, спящий. Оглядись вокруг себя. Взгляни же, что сделала рука Божья. Ты когда-либо переживал такие времена? Только Божья рука может эти улицы и переулки опустошить. Никто другой не может это сделать. Это рука Божья. И Господь говорит: пробудись, пробудись теперь от твоего сна и посмотри, от чего ты отступил. Пробудись от твоего сна и признай твою вину, потому что рука Господа отяготела над нами. Посмотри, Он тот, который смиряет нас. Его слово говорит: если где-нибудь в городе произойдет несчастье, это был Господь. Никогда раньше эта земля не переживала ничего подобного. Никогда раньше не происходило то, что происходит сегодня. Опустошенные улицы, опустошенные переулки. И почему все это? Потому что мы отступили от Господа. В наших грехах мы сбились с пути. В Слове Божьем это означает, что мы сбились с пути, как овцы без пастыря. И Он обратил наши грехи против нас. Наши грехи тяготеют над нами. И потому, именно потому, мы там, где мы есть. Потому что мы от Него отступили. Мы согрешили не против человека, а против самого Господа. Пробудись, Бремерхафен. Пробудись. Неужели ты не видишь, что Он совершает суд и возмездие над людьми? Он один, и только Он все держит в своих руках. И к Нему мы должны обратиться. Обратись. Обратись от твоих грехов и покайся. Обратись к жизни. Он сказал, что Он нас исцелит. Он сказал, что примет нас и не отвергнет. О, человек, куда идешь ты с твоей виной? Куда ты идешь с твоей виной? Мы боимся коронавируса, поэтому улицы пусты. Мы боимся болезни, вирусов. Но мы должны признать, что мы все заражены смертельным вирусом, и это грех. Мы уклонились от Бога. Проверь самого себя. Когда ты последний раз думал о Господе? У тебя нет ничего к Богу, кроме презрения. И мы боимся короны, но мы должны бояться этого слова. Ибо сказано, что человеком надлежит однажды умереть, а потом суд. Покайтесь и обратитесь. Покайтесь и обратитесь. Посмотри, я никто. Я только голос вопиющего в пустыне, который говорит: приготовьте путь Господу. Я призываю вас к покаянию. Обратитесь к всемогущему Богу. Не бойся короны, а бойся всемогущего Бога. Бойся Бога, потому что Он опустошил эти улицы, места и переулки. Он теперь потрясает все, что только можно потрясти. Бог всемогущий совершает свой суд. Он тебя призывает обратиться. Обратись еще сегодня. Бремерхафен, обратись. Обратись от твоих грехов. И позволь тебя спасти.
Спасайся от гнева, который придет. Смотри, Бог не только проклинает нас, и не только обвиняет, и оставляет нас на погибель с нашими грехами. Он сам позаботился о Спасителе. Так как когда нам был вынесен приговор, когда мы все сидели на скале подсудимых, и Он сказал, виновен по всем пунктам обвинения, тогда пришел Иисус Христос. Иисус Христос пришел в зал суда. Он поднял свою руку и сказал, «Я беру твою вину на себя». Поэтому Он был распят. Он был распят и судим, чтобы ты был освобожден от твоей вины. Иисус был предан смерти, чтобы ты мог жить. Поэтому я призываю тебя к покаянию. Позволь Богу тебя встряхнуть к осознанию. Обратись с твоего пути. Обратись и позволь тебя спасти. Веруйте в Иисуса Христа. О, мы уклонились. Он сказал, мы не должны лгать. Мы стали лжецами. Он сказал, не кради, но мы все воры. Он сказал, возлюби Господа Бога всем сердцем твоим. Никто из вас никогда не любил Бога. Он сказал, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Но мы все сотворили себе маленьких башков своих, которые с удовольствием наблюдают, как мы находимся в YouPorn. Что вы делаете со своей виной? И куда вы идете со своими грехами? Позвольте Богу вас спасти, пред которым мы все виновны. Мы виновны, но Он хочет смыть нашу вину. Поэтому Он отдал Своего Сына Иисуса Христа, чтобы каждый, кто верует в Иисуса Христа, не в Мухаммеда, не в Аллаха, не в Будду, но все, кто верует в Иисуса Христа, будет спасен. Позволь тебя спасти, о человек! Куда ты идешь с твоей виной? Куда ты идешь с твоими грехами? Взгляни на соседние страны. Посмотри на Италию. Ты думаешь, они больше грешники, чем мы? Я говорю тебе, мы все погибнем, если не обратимся и не покаемся. Если мы нашу жизнь не свяжем с Иисусом Христом. Примирись с Богом. Он сделал все возможное ради блудниц, ради мытарей, ради прелюбодеев, ради убийц, ради обманщиков, чтобы их спасти. Он сделал все возможное, чтобы тебя и меня спасти. Спасайся от гнева Божьего, который грядет на нас. Ибо открывается гнев Божий с небес на всякое человеческое беззаконие. Спасайся еще сегодня. Мой народ, если ты слышишь мой голос, позволь тебя спасти. Не уйди в погибель. Не уйди в погибель виновным и с твоими грехами. Не погибни безбожником, но отдай свою жизнь Иисусу Христу. Позволь тебя спасти. Сегодня ты смеешься, но завтра будет смеяться тот, кто смеется последний. Сам Бог будет судить. Он будет судить. Итак, обратись и будь спасен. И прими вечную жизнь в Иисусе Христе. Он был изранен, чтобы мы были исцелены. И ранами Его мы исцелились. Каждый, так говорит Господь, кто призовет имя Господне, будет спасен. Примирись с Богом. Примирись с Богом. Примиритесь с Богом. Да, все, кто смотрит из окон. Примиритесь с Богом. Время Его суда близко. Примиритесь с Богом. Укройтесь в Нем.